Товарищи, в общем, да, сегодня я достиг большого развития в плане технологий и инженерии. В общем-то, сейчас я вам покажу, в чем заключается данная технология. В общем-то, вот, как бы это сказать, член обыкновенный высокий. Собственно, далее, что мы хотим показать? Вот сейчас находится в стоячем положении, то есть вертикальном. Соответственно, если выстрелить в него каким-то, то произойдет, так сказать, рикошет, после чего может произойти.